пыль плюс жара, клочья мокрой грязи и земли на трассе. Летние заезды в гонках на выживание традиционно считаются более сложными. Но от этого спортсменам только азартнее. Адреналина хоть отбавляй. Для гонщика из Москвы Андрея Березкина нынешние соревнования стали возвращением в этот спорт после долгого перерыва. Для заезда он специально приобрел автомобиль. За плечами почти неделя подготовки в гараже. К сожалению, не обошлось без технических проблем, но своему дебюту спортсмен рад. Настрой мандраж. Трасса прекрасная, единственное, что подсыхает очень быстро и начинает сильный пыль. Так, трасса интересная. Мне вообще 15 лет не гонялся, поэтому я так с удовольствием. Всего в соревнованиях приняли участие 9 пилотов из Видного, Домодедово, Москвы и Новомосковска. Для летнего такого малочисленного этапа очень классные заезды были, обгоны, там борьба. Я вот там веду трансляцию ВКонтакте в группе вот там с дальнего угла. И прям одно удовольствие комментировать. Прям есть что рассказать. А то бывает выстроились и едут по одному. А сегодня прям и лидер во втором заезде менялся 3 раза. И в хвосте гонки тоже были обгоны. Ну, интересно. Правила просты. Несколько предварительных заездов, утешительный и апогей. Финал. Проявить себя спортсмену надо не только в скорости, но и в умелых маневрах и смекалке. Трасса всегда полна сюрпризов, и прогнозировать что-то невозможно. Чем хороши гонки на выживание, это ты можешь ехать быстрее всех на голову, но тебя просто уберут в первом повороте, и все. И это как бы когда двое остаются, вот до этого момента все время держат в напряжении. За рулем одной из машин была и супруга Сергея, Юлия Соколова. Но вот поблажек от соперников гонщицы на болиде с надписью «Девочка» никаких, даже от мужа. Не дает, не выступает для того, чтобы у меня был какой-то азарт и, как это правильно сказать, желание, что ли, бороться. Вот, поэтому нет, пощады мне нет. На машине под номером 88 победитель предыдущих гонок Антон Рыжиков из Новомосковска. В перерывах между заездами мы поинтересовались у чемпиона секретами успеха. Удачи, больше ничего. И надежная машина. В принципе, все. Эта формула сработала, и сейчас Антон Рыжиков стал обладателем золота. Призы за второе и третье места достались пилотам из Домодедова Сергею Соколову и Даниилу Глухову. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.